Всем привет, с вами канал Трилобит Видео, и у нас сегодня с таких супер грузовиков из Европы встречаем Татра Феник. Итак, что можно сказать об этой машине? Ну, конечно же, все знают марку Татра, это одна из старейших мировых автомобильных фирм. Бренд известен еще в середине 19 века, а первые самокатные коляски появились наряду с такими марками, как Форды и Рено. Вообще, в Советском Союзе эта известная модель была популярна благодаря большегрузным грузовикам, которые работали в карьерах и условиях бездорожья. Сегодня перед нами один из последних представителей данной марки, Татра Феникс. Как мы видим, здесь за основу взята стандартная татровская рама. Есть так называемая хребтовая конструкция. А основной является труба, которая выполнена из рессорной стали. У нее высокие прочностные характеристики. Она устойчива к кручению. Благодаря этой трубе надежно защищены двигательная установка и трансмиссия. Учитывая, что в основном Татра это карьерная машина, такая защита большой плюс для автомобиля. На уже такую тяжелую основу установились дальнейшие агрегаты ДВС, коробка передач и раздатка. Главное отличие от предшествующих моделей чешского производства – это новый вид кабины DAF CF85 в дневном исполнении со спальником. Внутри расположены удобные мягкие сиденья. Для водителя установлено кресло на пневмоподвеске, которое регулируется во всех направлениях. А приборная панель очень похожа на подобный у легкового автомобиля. Выполнена она из качественного мягкого пластика. Единственное отличие – под правой рукой она не находится рукоятка дополнительной двухступенчатой коробки передач и кнопки для отключения дифференциалов. Также немножко лучше стоит и двигатель. Теперь на Фениксах монтируется дизель американского производства Packard MX в 4 модификациях, причем мощность может меняться от 360 до 50 лошадиных сил. Данная машина, которую мы сейчас смотрим, да, вот данный экземпляр, был представлен на выставке Аналитика в 2019 году. Всем привет, пока!